Треугольник печали – очень крутой фильм, который за 2,5 часа разрушит все пафосные и правильные образы персонажей, которые не успели себе выстроить. Если есть мем ожидания и реальность, то должен быть и тот, кем я хочу казаться, и тот, кто я есть на самом деле. Не все смогли выдержать сцену с капитанским ужином и, судя по комментариям, просто не стали досматривать фильм. Зря, можно было просто перемотать и в конце концов понять, для чего нужно было это безобразие. Пальмовые ветви никогда не дают нормальным фильмам. Такие кинокартины всегда несут интересные мысль сквозь взрывающий мозг видеоряд.